Это книжечка «Желудь». Это вторая моя книжка. Она вышла в 2007 году вот в таком оформлении. Я давайте прочитаю стихотворение отсюда. Я их давно не читал. Вот, например, такое. «Низко стоят над Москвой облака. Сквозь облака ледяного валька стук раздается в сырой темноте. Всадники с гнездами на бороде едут по улицам, свищут вражок. И покрывается пленкой зрачок, птичьим пером обрастает рука, в белом зрачке облака, облака». Здесь масса коротеньких стихотворений, вот, которые я прочитал. Здесь есть две поэмы «Запах вишни» и еще одна «Бакинская», как я ее называю. Ну и «Муранова», она мне очень нравится, это лирическая такая вещь. Ее лучше читать глазами, поэтому я ее редко читаю и сейчас читать не буду. И вот эта книжечка «Фес» по времени она вышла здесь, после «Желудя». Это мой роман, это третья часть трилогии, как я выяснил. Я называю для себя «Восточная трилогия», первая книга. Первый роман этой трилогии – это книга Синана, потом «Цунами», и вот «Фес». Недавно я нашел в интернете аудиоверсию этого романа, пиратскую, естественно. Но дело не в этом, а в том, что она шла под маркой, то есть в жанре мистический триллер. Я наконец понял, что я написал. То есть вот в этих пиратских сферах все же делится на жанры, чтобы люди знали, что им скачивать, за что они платят, что им ожидать. Так вот, это вот «Путешествие на восток», которое я писал как «Путешествие в ничто», в какой-то вот такой «Восток как ничто», как говорили критики. Оказывается, это мистический триллер. Я даже слово такое могу выговорить. «Письма Якуба» – это последняя по времени книга стихов. Она мне, естественно, нравится больше всех, потому что она еще для меня вполне свежая. Из нее я чаще всего и читаю стихи, я вам прочитаю стихотворение. «Искусство поэзии» – оно такое, в общем, означает именно то, что стоит в заголовке. Именно вот что такое для меня искусство поэзии. «Я жил в деревне и ждал друга, а он не ехал, он все не ехал. Распутится, и я бродил один. В жухлой траве, в тишине, когда слышно реку, и как летит птица, я не сомневался. Всему вокруг, облакам и соснам, валунам и даже голубым лужам, не говоря обо мне, есть причина, что мир кем-то вызван к жизни. Но как иной отец, уходя из семьи, забывает детей, так этот кто-то забыл про нас, не помнит. Забытыми они и выглядели, дуб, несущий крону в пустое небо, мокрые собаки, искрящие провода, тропа, ведущая никуда, землеройки, даже фонарь, и тот мигал морзянкой. Точка, тире, тире, кого-то звал, но кроме меня никто фонаря не видел. Ночью было не до сна, я выходил, вся в вате, луна лежала на дне ящика со звездами, но разве кто-то слышал, как они бренчат? Один в поле я смотрел на свой дом, в темноте мне казалось, в окне кто-то есть и разливает чай, но кто? Ведь я был здесь. Один в поле я смотрел на свой дом. В темноте мне казалось, в окне кто-то есть и разливает чай. Но кто? Ведь я был здесь. Наверное, так я хотел влезть в чью-то шкуру. Но я ошибался, ведь этот кто-то мог и не знать, что мы существуем. Оставалось что? Найти слова и рассказать все. Пусть увидит. Пусть запомнит, кто мы, что у нас. Вот удивиться, как щелкают эти семечки, словечки. Ну и давайте одно коротенькое еще стихотворение из этой же книжки. Вот, например, такое. Гуляет синий огонек в аллее дачного квартала. Не близок он и недалек. Горит неярко, в пол накала, как маячок среди стропил того, кто прошлой ночью эти на землю сосны опустил. И звезды по небу разметил. Стучит его больной мелок, летит в небесное корыто,
Он это маленький глазок за дверь, которая закрыта. Письмо Якова.